Мама, папа, посмотрите, какие яблоки. Минутку, Венди. Супер папа сейчас все просчитает. Ты серьезно? У мамы есть идея получше. Возвращение суперсемейки. Что их ждет на этот раз? Какая чудесная погода. Отличный день для чиллаута на природе. О, только не это. Похоже, выходной отменяется. Как думаешь, что ему нужно? Эй, я пришел вас убить. А у этого парня большие амбиции. Вы что, не слышите? Готовьтесь к худшему. 3, 2. Да-да, мы почти готовы. Как долго я вас искал? Ваша смерть будет мучительной. О да, у меня уже трясутся коленки. Подожди, что это было? Комар? Предупреждаю в последний раз. Защищайтесь. Да, конечно. Так лучше? Надеюсь, тебе хватит. Или продолжим? Ну все, можешь быть свободен. Даже маникюр не испортился. Здравствуйте, дяденька. Хотите, фокус покажу? Вы же любите мыльные пузыри. Вы за это поплатитесь, обещаю. До свидания, приходите еще. И все-таки отличные выходные. О, это же тетушка Пенни. Немного странная, но такая любимая. Какой приятный сюрприз. Мои хорошие, я так рада вас видеть. Тетушка? Ну, конечно. Дорогой, дай-ка я тебя обниму. О, осторожнее, тетушка Пенни. Ох, извини, я такая неловкая. Вселиться в тетушку? Отличная мысль. Прекрасно выглядите, тетушка. О, что вы, дорогие, в моем-то возрасте. Тетушка Пенни приехала. Венди, ты такая большая. А, Стоуны, вы еще не знаете, с кем связались. Тетушка Пенни обо всем позаботится. Ха-ха, это сладкое чувство мести. О, а что за таблеточки? Снотворное? Да-да, время выпить чаю и хорошенько поспать. Ну что, дорогие, приятного чаепития. Ммм, какой необычный привкус. И сразу так спать захотелось. Видимо, слишком много читаю по ночам. Да и мама уже валится с ног. Нам всем пора немного отдохнуть. Да-да. Таких сладких снов вы еще не видели. Как крепко спят родители. Но миссис Стоун продолжает сражаться с бандитами даже во сне. Похоже, у супругов непрошенные гости. О, это же тетушка Пенни. Что она задумала? Заклеить рты, связать и упаковать. Это похищение. Какой коварный план. Но что-то пошло не так. Ох, забыла ключи от машины. Придется вернуться. Вывоз мусора? Как вовремя. Какой тяжелый мешок. Что они туда положили? Эй, это мое! Положите на место и убирайтесь прочь. Сейчас же, иначе я вызову полицию. Конечно, мэм, только не нервничайте. Ничего нельзя оставить без присмотра. Но как вы там, Стоуны? Что? Этот парень подсунул мне мусор. Ну, я вам всем покажу. Дорогая, где мы? Что мы тут делаем? Такой ужасный запах. Ну что, на свалке? Этого просто не может быть. Что же делать? Ага, придумал. Венди решила помочь родителям по дому. Почему бы не погладить белье? Маме будет приятно. Совсем другое дело. А вот и шанс насолить Стоуном. Ну что, тетушка Пенни, за дело? Упс, похоже, Венди забыла выключить утюг.
какая невнимательная девчонка. Охо. Отлично. Скоро тут будет жарко. Стоуны возвращаются домой. О, нет, мы горим. Что делать? Дорогой, думай быстрее. Придумал. Ну-ка, подкинь меня, дорогая. Оу, а здесь жарковато. Жди меня, я скоро. Куда он пропал? Почему так долго? Точно что-то случилось. Дорогая, не переживай, я все устранил. Это то, что я думаю? Конечно, нет, дорогая. Я всего лишь запрограммировал сигнализацию, а по дороге обратно заскочил в уборную. А я-то уж подумала. О нет, эти стоуны опять вышли сухими из воды. Ну ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Кажется, в морозилке лежало мороженое. А вот оно, отлично. Вы еще не знаете, с кем связались. По-моему, этот холодильник слишком плохо морозит. Нужно его усовершенствовать. Отлично. Стоуны, не пора ли вам освежиться? Почему ночью всегда так хочется что-нибудь съесть? Ого, что это было? Миссис Стоун оказалась морозоустойчивой леди. Для начала нужно закрыть холодильник. Дорогой, что с тобой? Может, ударить? А нет, это не сработает. Ладно, пойдем в комнату. Алло, Венди, что ты сделала с холодильником? Мы уже устали от твоих пакостей. Твой папа превратился в сосульку. И что теперь прикажешь с ним делать? Но, мама, я здесь ни при чем. Ну, что поделаешь, дети. Дорогой, не одолжишь мне льда? Спасибо. Хочешь глоток? Ах, да. Айсбергам неинтересны коктейли. Похоже, супер-папа понемногу приходит в себя. Нет, снова ничего не вышло. Но ничего, игра еще не закончена. Венди готовится к зачету. Столько всего задали, не знаешь, за что хвататься. Нет, эти стоуны выводят меня из себя. Подождите, сейчас вам будет сюрприз. Подарок от тетушки Пенни. Что же в коробке? Ух, повеселимся. О нет, что это за странная коробка? В ней что-то тикает. Скоро здесь все взлетит на воздух. Спокойствие, сейчас все уладим. Или нет? Сколько же здесь проводов? Синий или красный? Или может зеленый? Ну же, время заканчивается. Дай сюда эту бомбу. Вот так будет надежнее. Дорогая, что ты сделала? Ты же взорвешься. Ох, и не такое переваривала. Немного неприятно. Нет, они опять сорвали все мои планы. Даже у суперзлодея не хватает злости. О, родители, а что случилось? Это мы у тебя хотели спросить. Откуда в твоей комнате бомба? Бомба? Вы шутите? Это не я. Все неприятности от тетушки Пенни. Что? От этой милой старушки? Дочка, ты шутишь? Она же просто ангел. Венди, если ты совершаешь плохие поступки, не стоит винить в этом тетушку. Но это все она. И я вам это докажу. Пойдемте за мной. Злодей просто вне себя от ярости. И он не намерен сдаваться. Тетушка Пенни развернула целую подпольную лабораторию. Скоро семейке Стоунов придет конец. Мое чудо-зелье уничтожит вас. Осталось добавить пару ингредиентов. Отлично. Я просто мастер зельеваренья. Папа, мама, вот она. Посмотрите, чем занимается ваша любимая тетушка.
просто обожаю этот коктейль. Он бесподобен. Не может быть! Как ты могла? Придется получить по заслугам, тетушка Пенни. Конечно, но сначала посмотрите, какой красивый камень. Отдайте ему суперспособности. Сейчас же! Что со мной? У меня совсем нет сил. Интересно, как далеко палец может пролезть в нос? Ох, умственная деградация налицо. Я не могу встать. Силы меня покинули. А, это только начало. Что же делать? Как спасти родителей? Алло, срочно нужна твоя помощь. Вопрос жизни и смерти. Ну вот и все, Стоуны. Игра окончена. О, нет. Кто это? Потомственная ведьма Гретта? Только не это. Что? Злодей не ожидал? Кажется, ты потерял свой камешек. Я случайно его сломала. Оу, что со мной было? Дорогой, ты в порядке? Родители, скорее, там бабушка Гретта. Они вновь одержали верх. Так, дорогуша, иди-ка сюда. Мне нужно выгнать кое-кого из твоей головы. Я ненадолго. Нет, что она делает? Вам меня не поймать. Ой, что со мной? Что случилось? И почему я сижу на земле? Малышка Венди, помоги тетушке. Мама, папа, тетушка Пенни вернулась. Дорогие, я совсем ничего не помню, но я очень рада вас видеть. Ну, неужели? С возвращением. Тетушка Пенни, вы опять хулиганите? Ну что ты, дорогой? Я такая неловкая. Бабушка Гретта, ты просто наша спасительница. Ну что вы, всегда рада. Наконец-то в суперсемейке воцарилось счастье и понимание. Хорошо, что на этот раз победило добро. Понравились наши новые скетчи про суперсемейку? Кто из героев запомнился тебе больше всего? Напиши его имя в комментарии. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и позвонить в колокольчик, чтобы не пропустить море удивительных историй. На канале Трум-Трум Селект.